получил повестку в военкомате, сначала было неожиданно, мне сказали, будешь служить в зенитно-ракетных войсках. Ну, мне отец сказал, что это очень важная работа. У нас очень красивая страна, леса, небо. То есть, и для меня, конечно, было бы честью защищать это все. Мой отец служил, дедушка служил все-таки. Я знал, что люди, то есть, проходят эту школу жизни и многое получу от прохождения срочной военной службы. В первую очередь это закалка характера. Ты находишься в мужском коллективе и понимаешь, что такое реально товарищество. И вот та коммуникация, общение с людьми, найти общий язык, то есть рассказать, показать, попросить помочь, это и есть вот то, ну, ради чего надо идти в армию. Моя служба прошла очень быстро. Стал вот ближе к старшему поколению. Поездил по Беларуси, посмотрел. И был и в Витебской области были у нас полевые выходы. И здесь по Минску очень много выезжали, то есть часто выполняли свои задачи в лесах. То есть успел налюбоваться вообще красотой всей нашей страны, то есть насколько она у нас большая, необъятная, красивая. Считаю, что если состояние здоровья позволяет у мужчины, то, конечно, должен проходить каждый. То есть это новые знакомства, которые пригодятся тебе, и вот такой жизненный опыт. Ты больше начинаешь проявлять уважение к старшим, ты становишься, в принципе, более культурным.